А у меня был Разин и сказал, что он самый богатый из продюсеров. А все вы нищие крысы. Ну да. Это правда? Ну, потому что Разин не посильным, не честным трудом все это зарабатывает. А Алибасов всегда исключительно честным. А я зарабатываю честно. Я вообще не бессеребренник. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».